Привет всем, дорогие друзья! Сегодня делаем одну интересную самоделку, которая, конечно же, очень пригодится в моей мастерской, но самое главное, из-за чего стоит посмотреть процесс ее изготовления, это то, из каких материалов я буду ее делать. Совершенно все детали и материалы, используемые для ее создания, найдутся практически у каждого в гараже или мастерской. Но при всем при этом вещь получается вполне серьезная и полезная, которая, кстати, в магазине стоит приличных денег. Всем приятного просмотра, думаю, вам будет интересно. Итак, друзья, далее поработаем немного с полипропиленом, крестовины на 40 мм, два тройника на 25 и кусок 40-й трубки, неважно какой длины, так как она будет служить только в целях уменьшить диаметр двух противоположных сторон крестовины, потому что, как заявил продавец сантехники, крестовины бывают только одинакового диаметра во все стороны, особенно 40-е. Но ничего, на то ж мы самодельщики, выход всегда найдем. Ну что ж, друзья, вот уже все практически готово. В качестве двигателя будем использовать, конечно же, болгарку и патрон от дрели, на котором я уже заранее за кадром нарезал резьбу на 14 мм в диаметре. Замечу, кстати, что вопреки моим переживаниям по поводу нарезки резьбы в патроне, прошло все без каких-либо затруднений. То ли мечик советский выручил, то ли патрон китайский. В общем, резьба нарезалась, как в обычной железяке. Спасибо китайцам. Итак, остается только установить фрезу и приступаем к тестированию. Фрезы у меня, конечно, попались дешевые, что отразится, как вы увидите, на качестве работы. Но главное, что все работает и функционирует, как задумано.
Конечно, фиксация регулировки высоты при помощи болтов с барашками и впаянными гайками – это слишком примитивно. Но это единственное, что пришло мне в голову. Поэтому, друзья, если у вас есть мысли по этому поводу, как это выполнить более правильно и надежно, пишите в комментариях ваши идеи. Буду рад вашему участию. В целом, приспособа или, скажем, даже инструмент вполне годный и отлично справляется со своей работой. Надеюсь, кому-то будет полезно это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока! Thank you.